Всем привет! Прошла неделя с того момента, как у меня появился снегирь. Хотел бы сегодня рассказать о том, какие изменения произошли, и немного затронуть тему кормления. Как вы видели из предыдущего ролика, он сидел в другой клетке, меньше по размерах. Когда он начал там прыгать, я понял, что эта клетка ему мала, пересадил его вот в большую. Где-то первые 5 дней он был накрыт тканью. С каждым днем я его поднимал все больше. Он проявлял интерес, заглядывал. Сейчас ткани нет, но все равно он немного дичится. Также была проблема вот до сегодняшнего дня, то что ел он только одни подсолнечные семечки. Другой корм никакой не хотел брать. Сегодня я пришел, немного поел основной смеси, потому что держать птицу на семечках опасно. Птица жиреет, слабеет, и бывают трагические последствия. Иногда по утрам издает позывки громкие, но в основном слышно только его по утрам. Либо если в окне услышит своих сородичей, тоже издает звуки. Ну что, немного о корме. Сразу оговорюсь, никакой рекламы. Здесь вот у меня переноски всякие, кормушки. Так, за основу беру Рио для лесных птиц. Много разных отзывов об этом корме. Кому-то он не нравится, кто-то советует более дорогие корма, но перепробовав более дорогие, такие как Подаван, Фьори, я понял, что разницы совершенно никакой нету большой. То есть поедается, да я бы даже сказал, вот этот поедается больше. Вот здесь говорят, беден состав. Но птица любит этот корм. За вот 2 года, что я их держу, никаких нареканий по нему нет. Ни разу не попадался неплохой, хороший для своей цены корм. Также вот обычный дешевый любимчик докармливаю. Его я кормлю из-за того, что ну добавляю где-то 10% его белый просо. Его там в основном только оно и есть. Также вот недавно зимой приобретал такие добавки. Это кунжут и нук абиссинский. И не пожалел. То есть птица поедает эти корма в первую очередь. Находит их, то есть с удовольствием они едят. Даже кунжут иногда в качестве лакомства даю. Так, что дальше? Такую покупал в том году. Витамины для укрепления пера. Как здесь написано, в период линьки в состав входят измельченные плоды шиповника, пшеничная мука, морковь, гамарус, морские водоросли. То есть для своей цены нормальный корм, но никто его не ест. Не понравился моим птицам этот корм вообще никак. Поэтому так уж вот досыпаю и больше такой не буду приобретать. Сейчас вот весна. Так как занимаюсь этим только 2-й год, только набираю опыт. Помимо этого набираю свои семена, собираю, точнее. И не рассчитал в том году. Вот буквально в месяц назад закончились семена одуванчика. Собирал я вот такую вот баночку. Раз в день я, может, щепотку давал в 3 кормушки. Вот только в том месяце закончилось. С октября я его где-то кормил. И вот остались остатки. Семена. Это подорожника. Может быть, позже
кричит. Позже, ближе к осени, если будет возможность, запишу ролики о том, как я их собираю и способы использования. Это кедровый орешек, не расколотый. Здесь же есть и расколотый, это вот как лакомство. Птицы это любят. Здесь кедровый орех и тыквенное семечко. Вот. Чише. Вот. Птица любит это. Дальше. Это семена продавались как для выращивания, типа как для рассады. В качестве зеленого корма. Так что иногда подсыпаю. Это вот подаван остатки. Там какие-то цветные добавки с витаминами. Но я сразу же говорю, разница... Опять же повторюсь, разницы никакой между тем кормом не заметил. Дальше. Льняное семя. Читал, что его 4% только от общего числа корме добавлять. Ну, тоже где-то на глаз небольшую щепоточку сыплю. Помимо этого, летом даю зеленый корм, постоянно листья салата, одуванчика, полынь, ну, прочее вот, что собираешь по дороге домой. В лугах тоже всякие луговые травы. Птицы с удовольствием едят. Сейчас же вот весна. Выращиваю на подоконнике. Вот. Тоже как рассада. Помимо этого, веточки, почки вот смородины были. Некоторые уж долго стоят. Как грозди он появились. Что еще? Семена подсолнуха. Здесь вот у меня клёна, вертолетики эти вот я недавно для снегиря собрал. Что-то он его не ест вообще. И вот в таких пакетиках тоже недавно закончились семена березы. Чиж с чечеткой, с охотой поедали их, быстро все они ушли. Так что все. А в качестве минеральной подкормки даю вот три минеральные смеси. То есть богатый состав. Птицы тоже постоянно вижу, что перед, после еды набирает этих. Эту размельченную смесь. И зоби она служит для переваривания пищи. Для улучшения переваривания пищи. Ну, в общем-то, думаю, все. Пока что больше рассказать не о чем. Если есть у кого-то какие-то пожелания для новых видео, пишите об этом в комментариях. Буду рад всяким советам по содержанию вот снегиря. Всем спасибо. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Пока.